Меня зовут Марина. Я очень рада вас видеть на своем канале Позитив ММ. У моей знакомой в 78 лет на голове ни одного седого волоса. Оказывается, она много-много лет подряд втирает в голову одну настойку. Она поделилась со мной своим волшебным рецептом, и сегодня мы с вами его приготовим. Нам для него потребуется красный острый перец в стручках и водка или спирт, разведенный до 40 градусов. Пропорции для этой настойки таковы. На 33 мл водки мы берем 3 стручка красного жгучего перца. У меня целых 100 граммов водки, и я увеличиваю количество красного жгучего перца в 3 раза. Если вы будете готовить сразу большее количество настойки, просто увеличивайте пропорции. А вы пока подпишитесь на канал. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы первыми узнавать о выходе нового видео. Итак, помещаем стручки красного жгучего перца, 9 штук в моем случае, в темную стеклянную посуду. Заливаем туда 100 мл водки или разведенного спирта. Плотно закрываем. Смесь должна настояться 2-3 дня в темном месте. После того, как смесь настоится, 1 столовую ложку настоя 2 раза в неделю мы втираем в корни волос за 2 часа до мытья головы. После такого втирания обязательно моем руки с мылом. При регулярном применении результаты вас поразят. Во-первых, голова перестанет бояться холода. Исчезнет перхоть. Во-вторых, волосы начнут быстрее расти и перестанут выпадать. А главное, постепенно восстановится естественная пигментация волос. Но помним, этот метод для самых упорных и терпеливых, так как, чтобы избавиться от седины, пользоваться этой настойкой надо регулярно, в течение длительного времени. Если вам нравятся простые рецепты для красоты и здоровья наших волос, дайте мне знать своими оценками, и я сниму для вас следующий выпуск. Подписывайтесь на мой канал Позитив ММ. Пока-пока, до новых встреч!